нравится? Да. А если понюхать тебя где-нибудь? Мне сейчас. Чуть-чуть пойдем. Можно чуть-чуть понюхаю? Мне сейчас. Смотри. Саша такой. А картошку тоже кушай? Ага, чтобы сильным побыть. Молодец. Ну что, путешественники? Да. Устали? Очень. Не. Я устала. Еще. Сильно устала? Я вообще хотела уже спать. Она хотела спать, но я хотела отрубиться. Она увидела вампира в окне и не захотела спать ей. Да, я увидела. Это вампир я. А картошку? Колбаса ед. Давай картошку бери. Ням-ням-ням-ням-ням, вкусненько. Большой? Нет, маленький. Вот такой. А ты вообще большая. Он вообще уже и насыпал мне на голову. Мы едем. Ты куда пошел? Сюда. Сюда? А что там у тебя? Вот тебе, дедушка, где спать надо. Не пойдешь. На вас, на столы. Комары сожрут тебя. Спальник тут вообще. Куда он бежит? Вон он за кустиком прятался. Саша, ку-ку! Где Саша? Ку-ку! Вот он, Саша, в лесочке спрятался. Тут столько палок, дедушка. Ой, ужас. Ну, можно шашлыки жарить. Да. Потихоньку убирать. Во! Что-то орешка не принес, скажи. Я тут бегала. Привет, Марин. Девочка, покажи. Ага. Мы доехали. Вот сижу в лесу. Белка бегает тут передо мной. От дерева к дереву. Вот. У всех свои, да, игрушки. Да. Тебе дал Петя свою соску? Нет, он ждет, когда уже можно будет соску. Ее ж надо помыть. Санек, ты руки мыл? Да. Траву там щипал? Без него. Чеснок это. Бабушка Марина, да? Вон сколько вкусных помидоров там. Вот. И чеснок, и лук. Петро спать пошел. Тут вкусное что-то. Ой, телефон у тебя. Ну-ка, не бегай. А что? А Петя спит. Будешь катать его? А... Да. Когда приехал на машине. Не вою. Ну, ты потом увидел нас? Не вою. Нет, баба. Поехали в лес за орехами. По кавычкам, по маленьким кусточкам. Классно, молодец. Валера, а потом лечиться антибиотиками уколами. Ваша Валера. Где порвала я футболку? Не знаю. Вчера вечером. Судьба. Мясо суховато. Саша голодный? Что ты кушаешь, Санечка? Скажи мясо. Красота разнообразная. Что, покачать? Давай. Передали сразу. Тряпку в руках, это? Да. Хорошо.
Соня, вон тарелочки. Бери вилочку, бери кусочек. Можешь его разрезать. Вот, видишь, все. Щелк? Не, давай я открою. Открывать очень тяжело. Ножки больно будет твоей. Вот так? Да, просто катай. Что-то Соня пропала. Познакомилась с малышами? Нет, она пошла домой. Не упадешь? Телефон взяла, значит? Наверное. Очень много нечего. Ничего. Не страшно. Ни на чем. Уже большая такая. О, супергонщик. Я. Дай-ка я положу. Ладно, бабушка, мам, Саша есть. Так, не надо кататься. Он проснется, когда проснется. Нет. Идем кушать. Идем. Кушать. Кушать. Идем кушать. Кушать колесники. Идем кушать. Колесники пупси. Мам. Вставай. А? Мальчиш. Вставай. Маленький мальчишка. Спит и спит. Спит и спит этот мальчишка. Мальчишка. Ты спишь и спишь. Вставай. Это Саша? Можешь поиграть, если хочешь. Можешь шишки подсобирать в грузовик. Или трактором поиграть. Петя, встаешь? Тормоз, он не едет так. Если на него встать. Это тормоз, тормозить. Когда едешь быстро, на него нажимаешь, и он и сразу останавливается. Это стоп. Нет. Нет. Смотри, не упади, Саш. Дудочка. Дудочка, дудочка. Нет, одень обратно. А как? Обратно туда одень. Как? Папе покажи, вон папа идет. Ручка? Не доел? Ты не доел? Такие просительные глаза. Ну как можно им не дать? Покушать, да? Ну давай, отрыгнись, мама тебе. Она не включена. Включена. Сверху красная горит. Посмотри. Она хочет сфоткать.
Что, сбылась мечта твоя? Да. Поехал? Да. Поедешь? На поезде кататься, да? Что, Сань, куда собрался? Вот моя черная машина. Это вы где? Тут паровоз. Это детская железная дорога, да? Екатеринбург. В парке Маяковского. Добрый день, уважаемые пассажиры. Мы рады приветствовать вас на поезде «Южный Уралец». Сейчас наш поезд отправится со станции Екатеринбург-Детский. После исследования мы посетим такие остановочные пункты, как Солнечная, Пионерская, а также станция Белейная. Наше путешествие продлится 32 минуты. За все это время поезд пройдет 3 километра 800 метров. Также по расписанию у нас будут две остановки на остановочном пункте Пионерская и на станции Белейная длительностью 3 минуты. На остановочном пункте Солнечная мы не останавливаемся, так как он у нас является техническим. Желаем вам счастливого пути. Спасибо. О, машина паровоз. Спит, он просто с открытыми глазами спит. А как лаком накрыть? Мама, а как? Надо прозрачный лак купить и потом... Как поджигаем их, чтобы у нас огонь был? У нас снимают! Нас снимают в YouTube! Ой, у тебя рот этот... Белый. Мне не надо нет, поджаривать. Не мне надо. Что, Саня, вкусно? Раз. Две. Можно и три взять, да? Папа, мне уже... жарить тебе? Ну-ка, у кого загорится быстрее всех? Я! У Сони, походу. Ничего. Чистюля. Правила народа. Нифига себе, у тебя влезло в ротку. Путин сам. Ух ты. Каждый зефирки по... Сколько ты ложишь? Нас снимают на YouTube. Что кушаешь? Вот. Что кушаешь? Скажи, маршмеллоу. Можете. Маленький. Почему он маленький? Не знаю. Возьму одно. Давайте по одной зефирке. Оу. И Саши. За Сашей идти? Я туда на коляске не проеду, Саша. Дочь, сильно не телекай. Саня, у него пол... Ладно, у нас скоро битва. У нас скоро битва, ладно.
Че, подглядела за всеми? Коза, держи за. А кто тебе виноват? Зале египетские. Точно такими они и были. Давно Египет! Лана, ты чего? Мы же в юбке в Египте ходим. А у меня нет их. Что было? Не знаю, тут не угодно. Это наш царь, он лучший гороховый. Государь. Давай. Ты что, чуть Петра не прибил? Влада, во-первых, по очереди. Доставай теперь. А? Да? Самолет где-то летит. Где-то летит самолет. Не видно где. Где-то летит. Привет! И сегодня скоро уж день. Скоро мама положит в больницу с малышом. У нас тут много гамаков. Тут хорошо. Если вы там с ребенком, если вы смотрите это видео, и вы там, например, ну какая-нибудь семья с ребятами, с детьми, я думаю, вам сюда можно приехать. Тут очень хорошо, но самое главное, тут, конечно, есть пробки. Мама сказала, чтобы город надо 40 минут надо ехать до Питера, до Екатеринбурга. Но там очень большие пробки. Зато много врачей, хорошо там. Вот, и я хотела сказать, тут хорошо, мы должны на следующий год тоже сюда приехать. Может быть. Если что. И мне тут очень нравится. Тут растет малина. Мы иногда находим. Тут было 6 белок. И они где-то сейчас бродят. Я вот показывала вам площадку. На ней положила 3 орешка. Еще там в других местах тоже орешки есть. Мы ложили. Вот. И я показывала нашу базу. У нас еще шатер. Короче, у нас 4 гамака. Нам тут очень хорошо. Мне тоже хорошо. Тут у хозяина даже дети есть. Играть есть с кем.
Ну вот, то есть, только жалко, что они скоро уезжают. Это очень жалко. Мы тут завели много друзей. Ну... Чё шмотки? А ты?